Сосиски на завтрак – классика жанра. Сегодня выбираем самые лучшие. На прилавке все сосиски смотрятся одинаково. Высокая цена не всегда гарантирует качество. Внимательно читайте этикетку. В продукции экстра и высшего сорта, произведенной по ГОСТу, будет только мясо высшего сорта, вода, белок, меланж, молоко и специи. Использование растительных добавок и красителей не допускается. Не стоит бояться искусственной оболочки, тем более, что есть свои плюсы. Это натуральность сохраняется до 15 суток, да? В то время как в натуральной оболочке изделия могут храниться до 5 суток, да? И могут терять свой внешний вид, усыхать и деформироваться. Так что учтите это при выборе изделий. На производстве сосиски варят при температуре 70 градусов для того, чтобы убить вредные бактерии и чтобы продлить срок годности. Можно ли такой продукт есть сразу? Он готов, его можно есть без варки, но для чего и сделана такая небольшая форма, да, сосиски, сардельки, для того, чтобы можно было подать этот продукт горячим. В оболочке варить сосиски или нет, решать вам. Любые оболочки не токсичны и рассчитаны на нагревание. Качественный продукт, он не должен увеличиваться в два раза в объеме. Значит, если идет увеличение два раза в объеме, значит, очевидно, этот продукт содержит влагоудерживающие добавки. Но сказать, что это, опять же, нарушение, нельзя, потому что продукция может изготавливаться и по техническим условиям. Или, опять же, нужно обратить внимание на сорт. А вдруг это второй сорт? Значит, там допускается использование белковых добавок. Поэтому здесь очень важно, если покупать хочет выбрать, нужно читать этикетку. Есть стереотипы о том, что сосиски должны быть прям такие ярко-розовые. Это неправильно, да? Потому что это говорит о том, что там присутствует, скорее всего, какие-то красители или добавки, да? То есть цвет должен быть где-то бледно-сероватый такой цвет, тогда это будет говорить о натуральности вашего изделия. И даже пример приведу небольшой, когда вы даже варите, отвариваете кусок мяса, да, то есть вы же видите, что он не розовеет, он более становится серый, и поэтому он говорит о его натуральности. Но сосиски серого цвета выглядят неаппетитно, да и срок хранения у них всего несколько дней. Решить проблему помогает нитрит натрия. Производители утверждают, что бояться его не стоит. Нитрит натрия используется традиционно, во-первых, в мясной промышленности с давних времен. За счет использования нитрита натрия сохраняется окраска вареного изделия. Почему его до сих пор не могут заменить, нитрит натрия? Потому что это консервант. И они, да, в общем-то, обеспечивают безопасность при потреблении этого продукта. Хочу отметить, что содержание нитрита натрия контролируется обязательно в партиях колбасных изделий, поэтому это безопасно, не нужно этого бояться. Покупая сосиски, обращайте внимание на срок годности. Чем он ближе к концу, тем меньше вы сможете подержать продукт в холодильнике. Теперь вы знаете, как выбрать вкусные и качественные сосиски. Удачных вам покупок!